Приветствую, мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова. Вот погода, правда, сегодня нелетная. О, даже голуби падают. Привет, Валера. Что, не летается под дождем? Это наш голубь Валера. Его любим не только мы, это наш такой питомец, что даже наш пес подумал, что это живая птица, и рычал на него. А особенно нравится нашим гостям. Кто приходит, сразу начинает с ним фотографироваться, обниматься и спрашивает, откуда у вас такая птичка? Все тоже хотят. Кстати, голубь очень интересный, он такой бизнесовый, болтает по телефону и пьет кофе. Прям очень похож на меня, потому что я тоже постоянно на телефоне и с кофе. Но так как игрушка нам самим очень нравится, мы подумали, что это будет шикарный подарок. И я могу вам даже сказать, что это реально классный подарок в преддверии ближайших уже праздников, таких как Новый год, 23 февраля. Обычно думаешь, ну что подарить, особенно мужчинам. Да вот подарите такую игрушку-подушку, она и тактильно безумно приятная, и на ней лежать можно, и фоткаться с ней, играть. Ну просто приятно смотреть. Подарите, и я думаю, что даже любой мужчина будет счастлив. У меня мошки начали обсаживаться. Так вот, скоро у нашей знакомой праздник, и мы решили ей тоже подарить подарок. Оп! Два голубка, но вот этого мы подарим. Это Купидон. Смотрите, какой он забавный. То есть у Купидона сердечко, такая голубка. Мы подарим нашей подруге, у нее классная машина, классная тачка, и будет там такой забавный голубь. Так что моя вам рекомендация, где таких голубей брать. И не только, кстати, голубей, там очень много игрушек разнообразных. Мы заказываем на сайте фирмы Йоба. Я прикреплю ссылку под этим видео, перейдите, посмотрите, там чего только нет. А мы полетели, ту-дун-ту-дун, такие лапочки. Лети, голубь, лети. Фух! Пока-пока.